Имам Ибн Кайм, да помилует его Всевышний Аллах, писал: «Представь, что в один день ты проснулся без веры. Представь, что Аллах отвернулся от тебя, отвернулся и оставил. Оставил в этом большом мире без своей любви и заботы, подобно тому, как мать отказывается от своего ребенка. Ребенок не может без матери, так и ты не сможешь без своего Господа. Ты пропадешь в этом мире без него, а жизнь потеряет смысл. И как же тебе жить дальше без своего Господа? Того, кто помогал встать, когда ты спотыкался, того, кто вел тебя по прямому пути, того, кто, несмотря на твою неблагодарность, прощал и продолжал любить, кто давал тебе всегда шанс исправиться, был терпелив к тебе и не спешил с наказанием, посылал испытания, а после облегчал твое положение, даровал тебе свою милость, позволял почувствовать свою любовь и поддержку. Разве тебе не страшно? Разве тебе не страшно потерять своего попечителя и помощника? Разве тебе не страшно потерять своего друга? Почему, когда ты влюбляешься в кого-то, то готов ради него сделать все, что угодно, и даже отдать свою жизнь? Готов пойти на все ради одной улыбки своего возлюбленного, ради его довольства и любви, не боясь трудностей? Терпишь, когда возлюбленный испытывает тебя, проверяет, искренни ли твои чувства или нет. Так почему ты не можешь так же относиться к своему возлюбленному Господу? Почему ты не можешь сделать и малую часть из того, что тебе было велено, ради того, чтобы в будущем быть рядом с Ним? Почему ты не можешь ничего сделать для того, чтобы Он смотрел на тебя с милостью? Почему ты не можешь быть благодарным Ему и заслужить Его любовь? Почему, когда Он хочет проверить искренность твоей любви к Нему, подвергая испытаниям, ты готов опустить руки и сдаться? С легкостью готов потерять свою любовь? Ты любишь, а значит, должен идти на любые жертвы ради любимого. Если надо, той потонкой нити, под которой пропасть. Лишь бы хоть раз узнать, что Он доволен тобой. Быть готовым к любым трудностям, которые будут встречаться на твоем пути, и со смирением принимать их. Аллах не нуждается в тебе, ты нуждаешься в Нем. Если Он оставит тебя, то смерть лучше для тебя. Как влюбленный теряет смысл жизни, лишаясь возлюбленного, так и ты потеряешь все без Всевышнего. А твое все – это Он. Ты силен, пока Он с тобой, но станешь беспомощным, если потеряешь Его. Джунейд опустил свою голову. Из глаз его потекли слезы. Потом он сказал: «Любовь к Аллаху – это когда раб уходит от своей души и привязывается к поминанию своего Господа, постоянно соблюдает его права и взирает на него сердцем. И если говорит он, то при помощи Аллаха. Если ведет речь, то об Аллахе. Если совершает действия, то по приказу Аллаха. Если пребывает в покое, то находится с Аллахом. Он существует, уповая на Аллаха, ради Аллаха и с Аллахом. Это и есть любовь. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي